Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, у меня новинка, абсолютно без вложений. Это новое расширение Profit Surf. Я обожаю расширения, у меня много их. Половина я отключаю на время видео. Как бы, но тем не менее, вот у меня расширение вот такое, я здесь неплохо зарабатываю и регулярно вывожу по максимальному. Вот расширение. Ну и остальные мне как бы отключены. Да, тоже вот у меня как бы, ну, такого типа. Значит, так вот здесь все почитаете. Здесь тизеры, баннеры, переходы, просмотры YouTube. Все новенькое, вот пользователей уже больше 1000. Вот. И уже пошли просмотры, естественно. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Далее переходите на почту. Кликайте на зеленую вкладочку «Подтвердить аккаунт». Входите по логину, ой, по имейлу и паролю. Даже вот я сейчас буду, вышла. Так, авторизация. Или по логину. Сейчас посмотрим. Так, горы или холмы. Так как я сразу попала в кабинет. Вход. Да, по логину и паролю. Попадаете сразу сюда, на страничку. И кликаем вот сюда. Скачать расширение. Делаю все в режиме онлайн. Перебрасывает магазин Google Chrome. Так вот оно выглядит, наше будет расширение. Давай, поднимайся. Кликаем «Установить». Установить расширение. И сейчас наше расширение установится. Давайте подождем немножко. Установка. Так, установлено. И вот оно у нас, значок появился синий. Давайте кликнем по нему. И вот наше расширение. Логин, заработок за сегодня. Ну и статистика. Реклама включена. Далее переходим в кабинет. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Так, вот здесь по логину, где вот кликаем, идем в настройки. Здесь что у нас? Можно загрузить аватар. Это все потом. Так, загрузить аватар. Сохраняем. Значит, смена пароля, если надо, при необходимости. Управление кошельками. Здесь прописываем свой Pair кошелек. Нажимаем сохранить. Так, кошелек мы сохранили. Здесь вкладочка далее идет. Будет отображаться, если вы будете рекламить свои проекты, ваша рекламка. Здесь вот можно вот здесь кликнуть, можно здесь. Давайте вот так по порядочку пойдем. Здесь, друзья, для рекламодателей вообще супер рай. Значит, здесь рекламка за 1000 показов по 20 рублей. И обратите внимание, вот такая вот тизерная рекламка будет. Далее баннерная реклама. Опять же, 1000 просмотров, 20 рублей. Вот. Так, закрыть. Вот, 20 рублей. Далее переходы. Опять же, все по 20 рублей. И просмотры YouTube. Для YouTube-блогеров. Вот. Значит, ссылочка заголовок на YouTube, ссылочка на рекламируемый сайт, текст кнопки, так, время просмотра, ну, здесь как бы, и опять же, 1000 показов, 20 рублей, ну, это вообще шикарно. Значит, пополнить счет, как я сказала, это для рекламодателей пополнение, вот. Только для рекламодателей. Можно с Payeer, есть фрикасса. Это по желанию. Далее пользователям. Заработок. Ну, заработок это вот у нас
расширения. Можно Chrome, Яндекс, Опера. Далее просмотры видео еще ничего нет. Вывод. Минимальный вывод отсюда 1 рубль. Набираем рубль, ставим на вывод. И вкладочка «Рефералы». Здесь ссылочка, значит, для рекламодателей и ссылочка для пользователей. Можете любую. И что у нас здесь? И здесь 5 уровней реферальная программа выходит. Вот. И помощь. В техподдержку написать. И можно так отправить. Так. А нет, вывод. Это типа вопрос-ответы. Ну, такая вот, такое вот расширение. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Смотрите, основной счет для вывода. Я уже пока микрофоню. У меня уже 5 рублей. Так, и мое расширение исчезло. Подождите. Вот где оно. Где мое расширение? Ну ладно, потом я найду его. Вот. Вот оно. Перейти на сайт. Отмена. Профитсер. Давайте обновим страничку. Посмотрим. Ни денежка, ни... А, это был переход. Вот. Ну, кому интересно, пользуемся, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, будет, что выводить. Буду писать видеообзор по выводу. До новых встреч!